Здравствуй, Папа Смит, с вами. Значит, опять возвращаемся к проблемным спинам, грыжам, протрузиям. Моя любимая тема, вы знаете. Несколько видео назад, два или три видео назад, я показывал, что у меня была проблема в грудном отделе. Вот здесь у меня был дискомфорт жуткий. Такое ощущение было, как будто в позвоночник что-то давит вот здесь, в этой области. И даже когда я глотал, да, слюну, то у меня такое ощущение, как будто в пищевод что-то мешало в пищеводе, да. Ну, потом наконец-то я сделал КТ и посмотрел, что у меня там смещение, реальное смещение в позвоночном отделе, грудного отдела. Потом я обратился к своему тренеру Александру, у которого громадный опыт в этой области. Саш, что мы делали? Мы сводили статику на грудном отделе. То есть мы делали лежа. Кто не смотрел, посмотрите несколько видео, там два или три видео назад. Вернитесь назад, посмотрите, какое упражнение Александр показывает для меня делать. Вот здесь, что мы делали? Это статическое упражнение. Мы статически растягивали позвоночник. То есть мышцы, трапеция и связки сухожилий расслабляются, а трапеция сходится. То есть позвоночники, диски расходятся. Значит, ты мне сказал диски тогда... Диски становятся на места. Ты мне тогда посоветовал его делать месяц, но я вам скажу откровенно, что я сделал всего 7 или 8 тренировок. Вот. И, вероятно, из-за того, что у меня хорошо развит мышечный корсет, вот, все прошло, слава тебе Господи. То есть сейчас у меня никаких болевых ощущений нет. Мышцы крепко, не зажали. Да, то есть раз, все поставило на место. Окей, это было первое упражнение. Я его рекомендую тем, у кого есть проблемы с грудным отделом. Вот, посмотрите, как Саша показывает на мне. Вернитесь, попробуйте, вопросы задавайте ему. У тебя там был Инстаграм выставлен в том же видео, вот, потому что он специалист. А я сегодня спрашиваю, вот, проблема шейная. Опять башка не поворачивается ни налево, ни направо. Мы все знаем, что у нас там протрузии опять могут быть грыжи межпозвонковые. Но у меня этого нет, слава богу. Я, скорее всего, думаю, что у меня 2-3 протрузии. Вот. И особенно, когда я начинаю делать дельту, и трапеция подключается, то башка не поворачивается. Но, смотри, я просто опережу. Значит, я раньше ходил к мануальчику, он мне ломал эту шею. Последний раз он мне так сломал, что я чуть не обосрался, понимаешь. Я понял, что опасно это дело. Ну, да. Вот. Но, поэтому сейчас к остеопату как вроде пошел. Но еще заметил, что я видел, что ты делал упражнение с мячиком. Я тебя попросил сегодня это показать. Так что мы будем делать эксперимент. Он мне сегодня покажет, как избавиться от проблемы в шейном отделе. Еще надо сказать так, что эта проблема очень хорошо развита у женщин. Почему? Особенно у тех, у кого сиськи большие. Тянут. Да, почему? Не потому, что это хорошо развитые грудные мышцы, а просто большой размер груди. То есть они тянут вниз, и девочки опускают шею, и вот это. Ну, вкратце, что это такое? Вкратце, это перетяжка мышц. Шея наша статически наклоняется вперед, голова тяжелая, да, мы работаем за компьютером. Особенно, если мозг большой. Или там ездит за рулем, да, человек. Ну, голова где-то опускается, где-то телефон еще. Это Кевин так любит вот так вот висеть. Вот. Также мышцы задней части шеи, они расслабляются, передние зажимаются, все, и начинаем вот такую горбатость у нас такая. Вот, что это происходит? Первое, вот, есть упражнение с мячиком. Если без мячика, это с мячиком это улучшает. То есть показывает, как правильно технику делать. Я делаю, допустим, это уже без мячика. То есть это, со стороны сними меня, пожалуйста, это вот такими движениями. Я работаю только одной шеей. Типа, что тебе надо, чувак? Ну, почему это с мячиком? Представляем, что мы лежим, да? Я мячиком контролирую свою голову. Я не делаю вот этого без контрольного болтания. Я таким делом травмирую себе шею дальше. А я делаю, я иногда упираюсь в спину. Не надо делать, не надо делать. Затылком. Вот, мышцы, связки сухожилия, они работают. Диски позвоночника стоят, они вообще без нагрузки. А вот здесь нагрузка полная, диск. Ну да, они раскрываются. Иди давай. Так, давай мы вот здесь, может быть. Вот скамейка есть, мы здесь покажем, а ты все подробно расскажешь, что и как. Ложись. Значит так, голова должна свисать, лопатки лежать. Еще выше. Еще чуть-чуть. Оп. Я недавно кушал, так что особо есть. Мячик держать подбородком. Опускаем, прижимаем к груди. Задача такая, мячик не должен выпасть. Если он выпадает, все, это неправильно. Хотя бы сделать 2-3 повторения, но правильно. Не 10 там бесконтрольно. 2-3, но правильно. Лопатки лежат, жестко прижимаем. Что делать? Вниз голову берем? Опускаем шеей. Шеей. Сначала опускаем. Оп, вот сюда. Вот так. А, что мячик торчал. Одна шея работает. Оп. И вверх. А теперь подбородок в потолок немножко. Оп. И теперь вниз. Я ни хрена не понял. Может ты покажешь? Может ты покажешь? Так, вот так? А, да. Вот так.
Мы, почему я делаю с мячиком, даю людям? Они контролируют свою голову. Они не делают вот это. Я понял. Мяч не позволяет это сделать. Вот. Это какая-то птица так делает. Да, да. Дятел, блядь. Ну. Голод. Так. Контроль головы. Так. Опускаем вниз максимально и поднимаем голову вверх максимально. Вот это, да? Да. Вот у тебя голова двигается практически в вертикальном положении. Напрягаются передние мышцы и задние мышцы. Да, затылок уже начинает, ну, вот здесь прям. С какой стороны начинает больше болеть? Вот там первая проблема шейного отдела. А если с двух... Ой, неприятно как. Это ты делаешь без веса. В дальнейшем, если месяц-полтора так заниматься с мячом... Сколько раз? 10-15 больше не стоит. Обратно же, ребята, много повтор. Ой, блядь. Все заканчивается. Неприятно. Может подняться давление. Кстати, от этого упражнения может оно подниматься. Кстати, вот здесь вот обе мышцы параллельно и прям в одночасье. Прям так сокращаются, ну, как бы в статическом режиме, но неприятно, вот именно вот здесь, обе мышцы. Некоторые люди делают это упражнение, ложат уже 5 килограмм диск на голову, ага. И поехали так делать. Ну, ребят, это бред. 5 килограмм, вы сделаете 20. Большой вес, конечно. Да я вот со своим весом, да, делаю, мне это уже это уже больно. А если 5 килограмм, это можно надорвать. Хорошо, сколько этих самых делать? Месяц-полтора с мячиком. После переходить на 2,5 месяц-полтора и повышать по каждым 2,5. А сколько месяца? Раз в неделю мне это каждый день поделать? 3-4. Ну давай посчитаем. Вот у многих людей вот такие шеи, вот гусиные, да? Ну вот да, вот да. Вот. Не будем показывать это пальцем на оператора, но тем не менее. Пока еще не такая, но будет. Это первое упражнение для таких людей. Короче, когда вот я сейчас хочу делать, да? Да. От того мы избавились упражнения, теперь я хочу делать шеи. Значит, я буду делать 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница. И по сколько подходов? Вот 4, мне сейчас было 4, неприятно. 4-6 подходов. Если, по 15 повторений. Нет, смотри, если тебе неприятно начинается, давай. Ты делаешь еще 2-3 повторения и закончил. Стоп, не так лежишь. Вверх. Лопатки. Угу. Мячик прижимаем. Делаешь до того. Правильно делаешь? Да. До того момента, пока не будет неприятно. Уже конечно. Неприятно. Как только будет неприятно, делаешь 3. 8. И это значит, 9 прям затылок отдает, сука. Все, значит, если отдает, значит. Не надо делать больше, чем. И пошел. Блин, какая гадость. О, неприятно как. Всего лишь, да? А представляешь, они ложат 5 килограмм на башку. Смотри, затылок вот так раз и сразу поясницу отдает. Видишь, какая взаимосвязь? Ну да. Короче, это упражнение попоследствии будет пробовать делать на протяжении пару недель, потом расскажем вам о впечатлениях, если выживу вот этой садистской херни. А потом что-нибудь еще покажем. Да? Еще есть идеи какие-то? Поясница. Поясничку. Суставы. О, кстати, у меня просил кто-то недавно показать про поясницу. Вот, потом перейдем на суставы. Я неделю назад человеку поясничный отдел вставлял L2, L3, L4, L5 диски. То есть их тяжело вставлять на самом деле. Я путем разлома грудного отдела прокручивал позвоночник, и все диски стали на место. Блин, как это так, за 4 года впервые. Ну, ты получается, что ты мануалочку немножко сделал. Ну, немножко, да. Вот, а мы стараемся сейчас своими символами. Хорошо, вот вам второе упражнение, которое я попытаюсь сделать, практику, потом вам через недельки-полторы, даст Бог, расскажу. Это Папа Смит и Александр Шульга. Всем привет. Пум.